20 марта, не курю 48 дней и 3 недели не бухаю. Как почистить морковку быстро? Легко и просто. Яблоко, морковь и имбирь. Обычно магазинный сок я уже не пил. Давно не пил. Наверное, в январе коньяк запивал. Вот это приключение. Оля, скажи, пожалуйста, а что бы ты сказала, если бы я сейчас вдруг закурил? Я бы расстроилась. Ну, это банально, а как-то, может быть, ну, что ты бы ты сказала? Ну, причем не одну штучку покурил, так втихаря от меня пахло, а прям, ну, закурил опять, начал смолить, дымить, курить. Ну, блин, это не для камеры. Я вспомнил про запрет курения в общественных местах, в ресторанах, в кафе, в барах. Нефиг дымить. Но в ту секунду, когда я курил, да и сейчас бы, если бы я курил, это очень, блин, это капец как неудобно. Это же какое удовольствие сидеть в теплом помещении, особенно если зимой, заказать себе алкоголь и одновременно курить. И когда к кому-нибудь приходил в гости, один из первых вопросов: где курят? На кухне можно курить? А балкон есть? На балконе куришь? А когда выяснялось, что нужно выходить на лестничную площадку, куда-нибудь на балкон, то есть поход курить – это целое приключение. У меня почти готов мой ролик, который будет выпущен в 50-й день, то есть послезавтра. Который я выпущу послезавтра.